Негру. Угнала, я угнала. Ну и Ты что что же же тут тут криминального? Я ждала ждала? тебя, так ждала. Ты был мечтой моей хрустальной. Я ждала тебя так. И что же тут криминального? Здорово, здорово, Здорово. мужики. Что-нибудь слабаете? Здорово. Здорово, здорово. Как ты? Огонь все. Мы нормально. Давайте, ребят, Чё? сыграйте что-нибудь. Что-нибудь сыграете? Бля, гитару расстроил. Вообще по-жёстко. Ну, конечно, если играть и наоборот. Это смотри, это смотря чем играть. Да, да, да. Тут для чат-рулетки у тебя свой контент. Вооруженные силы. Угадал. Алло, очень серьезно? А я уж хотел спеть. Эй, мент, ударь меня снова. У тебя сила, у меня слово. Эй, он не видит гитары просто, он не понимает, что происходит. А у тебя гитара есть, а у меня гармония есть, прикинь. О, давай, чувак, на гармонии забацай что-нибудь. А мы на гитаре те. Давай, бомбани. Обменяйся талантами. Ну да. Ну типа того, да. Не возражайте, если я чуть-чуть хляпну. Ты выбираешь? У руководства спроси. Нам точно все равно. Конечно, хляпну. Нам точно все равно, чувак. Будем. Здравы. Да. Вики. Bonjour, bonjour, mademoiselle Kinsham, vous êtes magnifique, comment vous pouvez vous voir? J'en ai ma petite joue, ma friend. Bonjour, comment ça va? Comment l'amour? Passé 3, Rémi, l'ami 3, et Fanny de Lios. Bon, Lios. Bonjour, monsieur, comment ça va? Next track, please. Трек, плейс. Мы перешли на английский. Давайте, ребят, по писярику за вас. Спасибо. Шмяк. Подожди. Такой. В нашем кабаке «Вялый огурец» сегодня выступает звезда русского шансона Серж Пенкин. Раньше ему удавались неплохие результаты, но все-таки в художественном дрестке. Итак, плавные движения задом, дресток. Студия отчаянно машет руками, смахивая с себя мелкие какашки. И раньше он был более такой смердящий. Это шедевр! Я согласен, я под
хорошо учится. Охуенно, чувак.